Всем привет, и вы снова на моем канале. Наверное, я знаю, что вы заметили все странное. Короче, у меня изменился ракурс, фон. Как вы видите, у меня такой фон. Ракурс, фон, изменилось качество, изменился звук. Ну и, короче, изменилось само видео, формат. Потому что я до этого видео снимала всегда бумажные сюрпризы, там, 5-10. Но сегодня у меня новая тема видео. Это 18 вопросов про меня. Что, погнали. Вот, я тут приготовила такой листочек, где у меня мои 18 вопросов. Первый вопрос – это как меня зовут? Ну, короче, мне кажется, все знают. Меня зовут Софья. Ладно, давайте второй вопрос. Сколько мне лет? Мне 10 лет. Дальше третий вопрос. Есть ли у меня домашний питомец? Да, у меня есть два домашних питомца. Это у меня есть черепаха. И у меня есть кот. Дальше. Есть ли у меня своя комната? Нет, у меня нет своей комнаты. Я живу, короче, со своей сестрой. Есть ли у меня брат и сестра? Ну, как я сказала, у меня есть сестра, родная только. Как ее зовут? Ее зовут Полина. Дальше, седьмой вопрос. На что я снимаю? Я снимаю на телефон, не на камеру. Дальше, восьмой вопрос. Если я в ТикТоке, в Квае или в Лайке? Да, я есть в ТикТоке и в Лайке. Квай меня нету. Если я смогу так отредактировать, то, наверное, тут появятся мои ники. Вот. Или вот. Ну, короче, я, наверное, не смогу отредактировать. Поэтому давайте девятый вопрос. В каком я классе? Я в третьем классе. Да, я должна быть уже в четвертом, но из-за того, что я родилась зимой в конце года, то поэтому я в третьем классе. Дальше. Десятый вопрос. Как зовут моих родителей? Моих родителей зовут... Папу зовут Саша, а маму зовут Регина. Дальше одиннадцатый вопрос. Как зовут моего питомца? Черепаху зовут Борис. Кота зовут Рыжик. Дальше. Двенадцатый вопрос. Как у меня есть двоюродный брат и двоюродная сестра? У меня есть две двоюродные сестры. Одна младше, другая старше. Старшую зовут Настя. И ей 15 лет. Младшую зовут Даша. И ей 9 лет. Да, я ее на год старше. У меня есть брат двоюродный, ему 7 лет, его зовут Платон. 13 вопрос, как их зовут, но я уже как бы сказала. 14 вопрос, какой у меня марки телефон? У меня iPhone 6. 15, где я снимаю? Ну, снимаю, как бы я сейчас всегда снимала на столе, но сейчас я снимаю вот тут, вот, на вот этом фоне. Надеюсь, всегда буду снимать на нем. 16 вопрос, какая у меня марка? Не то. Вот, у нас вопрос, какой у меня самый большой слайм. Во, я его как раз приготовила. У меня вот такой самый большой слаймик. Но у меня есть еще один. И тем более он у меня был больше, но я от него отцепила кусочек. Он, кстати, очень вкусно пахнет. Блин, я так, наверное, меньше. Он очень вкусно пахнет. И вот такой, короче, он фиолетового цвета. Он с фиолетовыми пенопластовыми большими шариками, с белыми. Короче, меня, наверное, не видно. Да? Я так думаю, меня не видно. Сейчас, подождите. Я себе подложу подушечку, чтобы мне было меня видно. Чтобы вам всем было меня видно. А то я такая маленькая, что меня не видно. Все, теперь я могу спокойно сидеть. Вот. Сейчас послушайте просто его звук. Сейчас я подложу звук. Прибавьте звук на громкую. Я вас предупреждала. Ну, надеюсь, было хоть что-нибудь слышно. Классно тянется. И хрустит, и кликает. Очень хорошо. Ну, и дальше. Последний вопрос, 18-й. Что у меня проколото? У меня проколото только... уши, вот. Вот такие у меня сейчас сережки, вот такие колечки. И это тоже у меня прикол. Ну, мы заканчиваем видео. Надеюсь, вам все это понравилось. И надеюсь, мы наберем очень много лайков, очень много подписчиков. А то вы у меня большие молодцы. У меня уже очень-очень много подписчиков. Ну, для меня это очень большая цифра. И я как бы научилась редактировать, скачала приложение.
И думаю, я отредактирую. И сейчас посмотрите, какие тут есть эффекты. Если я вставлю, то я вставлю вот эффекты, и пух, вот эффект. Надеюсь, что я вставлю. Ну, а на этом все. Всем пока! Ух!